Гуляя по Арбатским переулкам, невозможно не обратить внимание на дом цилиндрической формы. Это уникальный, единственный и неповторимый дом советского архитектора Константина Мельникова. Во двор дома вы можете зайти абсолютно бесплатно. Вход в дом тоже бесплатный, но по предварительной записи на экскурсию. Константин Мельников построил это здание в 1929 году для себя и своей семьи. Архитектура дома удивляет. Здесь нет ни одного прямого угла. Стены собраны таким образом, что здание не нуждается в дополнительных несущих конструкциях. Дом, кстати, является объектом культурного наследия федерального значения. А вам бы хотелось посетить такой уникальный дом?